Наш знаменитый клоун и фокусник Алекс сразу с порога показал нам один из своих любимых фокусов. Не вашу ручку. Давайте с вами сделаем вместе. Давайте. Жаль, что с помощью магии невозможно решить проблему, которая уже 5 лет, а именно столько прошло с момента сдачи дома, волнует не только Алекса и его семью, но и всех, кто живет под ним. А это 25 квартир дома номер 14 микрорайона Бутово-парк. В любой момент вода может прекратиться. Вот ты стираешь, поставил стиральную машинку, бах, вода прекратилась. Машинка, думаю, сейчас взлетит. Понимаете, это и днем, и ночью. Вот в этом году, я не знаю, с чем это, с плановым отключением, вода вообще стала пропадать. Вообще, ты не знаешь, когда она появится, когда пропадет. Вы знаете, вот мы уже скоро на Марсе будем жить, а у нас проблема с водой. Пока вода есть, жители стараются запастись. Наливают в кастрюли, ведра, поэтому без чая Алекс нас, гостей, не оставил. Самого его не оставляла надежда, что вода вот-вот появится. Ведь слесари управляющей компании уже несколько дней пытались решить эту проблему. Мы когда стали вселяться в этот дом, нам жильцы рассказали, в общем, строители не заплатили. В общем, компания, которая была в строительстве, не заплатила строителям. И они, значит, решили им отомстить. И они, значит, целлофановые пакеты в трубы. Вот. А мы-то при чем здесь? Много лет жители обращались в управляющую компанию, но ВОЗ, как говорится, был и ныне там. Лишь недавно, после смены руководящего состава, на проблему обратили внимание. А чудо произошло прямо на наших глазах. Сережа, снимай. Вот видишь, вода. Ребята, спасибо. Спасибо старшим по подъезду, по дому. Ребята, сантехники, вы сила, понимаете? А если она сейчас пропадет? Я думаю, нет. Но у нас все-таки профессионалы работают. Вот так быстро, оказывается, можно решить проблему, если есть желание. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.